Привет, друзья. Тестим мы шестой день. Перец у нас растишки. Нам предоставили лампу магазин Light Service. Профессиональный магазин светодиодного освещения для растений. Они предоставили вот такие нам три светодиодные лампы. Работают от прямого напряжения 220. Небольшой драйвер монтирован в эту колбу. Сочетание красного-синего спектра. Вот у нас прошло 6 дней. Растишки. В нашем боксе поставили мы палочки. Ну, типа высоту, чтобы замерять, как они растут. Мы их тут будем держать до полного цикла. До тех пор, пока смогут ли они, точнее, нам дать под этими лампами какие-либо плоды. На тесте у нас помидоры, перец и вот гранат с фиником. И там вот перец маленький, растишки. Высота у нас от, допустим, вот от растения, от края горшка до самих ламп 53 сантиметра. Они еще у нас постоят вот так вот 5 дней на таком расстоянии. Потом мы лампы опустим 25 сантиметров, то есть в два раза мы опустим эту высоту. А по поводу светодиодного освещения от магазина Light Service, действительно, они делают качественные, красивые лампы с правильным подобранным спектром. То есть там работают профессионалы, действительно хорошие люди, которые выполняют любой заказ очень быстро и качественно. Приходите, покупайте светодиодное освещение у Light Service магазина. Ссылочка будет внизу, закреплю. Так вот, друзья, все. Всем хорошего урожая.